Сегодня решила приготовить молодой горох. Буду готовить его прямо целиком вместе со стручками. Но единственное, что для этого рецепта необходимо использовать горох, который еще не совсем дозрел, чтобы он был плоский. Я его сорвала с огорода, сейчас вот мою, добавляю соду при мытье, чтобы он хорошо отмылся, и буду обжаривать. Последнее время полюбила мыть все вот в этой сушке из Икеи. Я в ней мою не только салат, и мне нравится, знаете, что так вот набираешь воду, потом поднимаешь, вся вода остается. Ну, в общем, удобно. И сразу обрезаю у гороха жесткие хвостики. Обжаривать буду вместе с морковкой, которую прореживала. Ее я не чистила, просто хорошо помыла со щеткой. И мне нравится оставлять вот такие маленькие зеленые хвостики. Мне нравится, как это выглядит. И многие еще употребляют ботву в еду, так как в ней есть много витаминов. Но я решила оставлять просто вот такие хвостики. Обжаривать буду на растительном масле, периодически помешивая. И сильно долго жарить не буду, для того, чтобы овощи оставались немного хрустящими. Добавляю по вкусу и специи, соль и перец. Чтобы жир не разбрызгивался по сторонам, накрываю вот такой крышкой с отверстиями. Под самой крышкой жарить не хочу, для того, чтобы овощи все-таки жарились, а не подтушивались. Когда овощи готовы, я огонь отключаю, натираю несколько зубчиков чеснока на мелкую терку и добавляю белый кунжут. Вкусное и полезное блюдо готово. Попробуйте, я уверена, вам понравится. Ну а теперь займусь салатом. Для его приготовления мне необходимо будут свежие огурцы. Я беру их достаточно много и также буду сюда использовать большой пучок петрушки. Я вообще люблю сочетание огурца и укропа, но вот именно в этом салате я люблю огурец в сочетании с петрушкой. И опять-таки мою огурцы тщательно, несмотря на то, что это домашние, все равно использую хозяйственное мыло. Я привыкла овощи мыть так. Затем у каждого огурца отрезаю кончики, разрезаю на 4 части и нарезаю не очень большими кусочками. Добавляю к огурцам измельченные листья петрушки, стебли я сюда не использовала, так как они достаточно жесткие. Решила в этот раз, чтобы салат был поострее, поэтому добавляю сюда измельченный сушеный перец чили, солю по вкусу. И если хотите, можно сделать заправку отдельно и затем уже залить салат. Но я решила в этот раз добавлять сразу все в миску. Отправляю сюда мед, не острую горчицу. Дальше буду использовать еще французскую горчицу. Добавляю оливковое масло и бальзамический уксус по вкусу. Теперь я все тщательно перемешиваю и сверху буду посыпать смесью, которую обжаривала сама. Здесь у меня семена тыквы, семена подсолнечника и семя льна. Я обжаривала их просто на сухой сковородке. Когда семена остынут, я пересыпаю их в стеклянные банки, которые закрываются герметично. И так они могут храниться достаточно долгое время и не впитывать влагу. Потом такую смесь я люблю использовать или для добавления в выпечку, или в салаты. Вот такой ужин у меня получился. У меня еще оставались со вчерашнего дня запеченные куриные бедрышки. Попробуйте приготовить. Я очень надеюсь, что вам мои рецепты понравились. Увидимся с вами совсем скоро. Всем пока-пока. До новых встреч.